1 мая в городе Коврове состоялось торжественное открытие Кубка России по мотоболу. Среди команд-участников – видновский «Металлург», который в этот же день сыграл с кировцем из Краснодарского края. С места событий наш корреспондент Юлия Погосьян. Когда-то этот стадион даже принимал чемпионат Европы по мотоболу. Сегодня в Коврове открывается Кубок России. Традиционно здесь присутствует команда «Металлург». С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области. От всей души желаю всем хорошего боевого настроения, заряженности на успех и на победу. А всем зрителям желаю всего самого наилучшего в этот прекрасный день. День 1 мая. С праздником спорта! Открытие Кубка совпало с праздником 1 мая, поэтому мероприятие приурочено еще и к этому дню. Выступают дети, символика Российской Федерации, музыка, чувствуется патриотизм и любовь к родине. Первый матч в рамках Кубка России «Металлург» играет с кировцем из Краснодарского края. Кстати говоря, чемпионат России видновские ребята открывали со встречи именно с этой командой. Третье соревнование по значимости. Чемпионат Европы, чемпионат России, Кубок России. Я, естественно, уверен на 99,9%, что «Металлург» будет в финале. Но, тем не менее, финал будет 7 мая. И, конечно, если наши земляки приедут из Видного, это будет просто подарок для команды, за которые болеть будут именно за «Металлург». Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Мы будем очень рады вас здесь видеть. Конечно, команда «Кировец» пока не конкурент «Металлургу». Третий период заканчивается со счетом 9-0. Сегодня чисто прикатывались к полю. Притирались, прикатывались. Поиграли два тайма, и молодежь выехала. Ну, такие вот прикатки тоже, да, нужны перед важными матчами. Ведь мы знаем, что завтра вы встречаетесь с Ипатово. Безусловно, конечно, нужны. К любому полю надо привыкать. Хоть ты сколько лет сюда ездим, играем. В любом случае нужно прикатки. К своему полю там... На нем играешь, ты привыкаешь, а к любому полю надо привыкать. Закончилась встреча со счетом 13-0 в пользу нашего родного «Металлурга». Впереди у игроков еще 6 дней игр в рамках Кубка России по мотоболу 2022 года, который, напомним, проходит в городе Коврове Владимирской области. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.